Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Scarlet Nexus. Ну и как вы помните, в прошлый раз нам сказали, что главари отрядов должны проследовать в штаб. Но сначала у нас какие-то были мысли-штуки. Кто-то писал же, да? Вы не просто друзья детства, да? Смотрю, тебя нельзя недооценивать, Юта. Поверить не могу, что ты не рассказал мне об этом даже мне, твоему лучшему другу. О чем это ты? Не прикидывайся, а Ханаби, конечно. Я помню, как ты рассказывал, что вы друзья детства или что-то вроде того. Но я знаю, что этим все не ограничивается. Как ваши отношения развиваются? Хотел бы я знать, что творится у тебя в голове. Может, снимешь ненадолго защиту, да устроишь мне экскурсию? Мы знаем друг друга так давно, что я ни разу ни о чем таком не задумывался. Да и Ханаби, скорее всего, думает так же. А вот мне очень любопытно, что Ханаби думает по этому поводу. Хотя, наверное, все-таки хватит об этом на сегодня. Как там твоя мыслесвязь? Ватару Фрейзер. Групповая мыслесвязь — это очень удобная система, доступная лишь членам API. В обычных условиях она обеспечивает связь без задержек, но если вас будет разделять слишком большое расстояние, вы утратите контакт, так что будьте осторожны. Да, еще кое-что. У ребят соединены локальной сетью, ну а я подключен через Сайнет. Это означает, что если связь с Сайнетом будут проблемы, я не смогу с вами связаться. Не забывайте отправлять мне подробный отчет о бое, чтобы у меня была возможность справиться с любой ситуацией, в которую вы угодите. И не беспокойтесь, работу по поддержке я всегда выполняю на отлично. Ой, а кажется, она девочка. Или нет? Я, в общем-то, мог что-то спутать. Ладно, у нас с вами есть карта мозга. Уф, и нам не хватает очков. А вот это классно, да? Хотя, ну да. Изучение этого навыка повысит максимальный объем шкалы телекинеза на 50%, а изучение второго навыка с тем же названием на 100%, кажется. Ух ты, 5 последовательных атак оружием. А здесь у нас тынч. После создания заряда увеличивает силу область поражения. Ну, короче, здесь есть что повыбирать. Правда, ну, сбитые с ног враги, не знаю, насколько это актуально. Ну, посмотрим. Так, а здесь нам дадут вообще дорогу перейти? Не, вот интересно. О, да. Смотрите, все для нас подготовили. Спасибо им. Я не знаю... Пока мы с вами с кем из гражданских не общались, никто ничего не говорил полезного. Эй, это же генерал-майор Карен Треворс! Дурак, не так же громко! Рядовой Юито Сумираги. Я слышал, вороны к тебе привязались. Да, так точно! Они как комары зимой. Слабые, но надоедливые. Попробуем ими воспользоваться. Чтобы подняться в ранге, немного славы не помешает. Да и под руководством Сета ты научишься паре полезных приемов. В общем, продолжай в том же духе. У меня на тебя большие надежды. Тебе везет. Похоже, генерал-майору Карену твои таланты приглянулись еще со времен обучения. Что? Правда? Да, Септентарион первого класса считает, что в тебе есть потенциал. Не разочаруй его. То, как генерал-майор Карен интересуется мною, не думаю, что это из-за моего брата. Не похож он на Подхалима. Вот зараза. Я никак не могу перестать улыбаться. Ладно, заглянешь к Ватару? Я проверю, как там Кагера. Почему? Похоже, он остался в Кикутибе. Это меня беспокоит. А, да, Наге. Зашел в запретную зону. Жду от тебя отчет о происшествии как можно скорее. Ого! Тебя заметил Септентарион Карен! Похоже, он действительно что-то в тебе разглядел. Тебе удалось привлечь его внимание. Невероятно! Да, но я лишь доброволец. Наконец-то. Я так устал вас ждать. Что вышел прогуляться? А, все-таки Ватару это он. Не затягивай с передачей рапорта о задании. Хочу побыстрее с этим разобраться, чтобы еще успеть поиграть в игры. Араси Спринг из Воды Кадамы прислал запрос на подкрепление. Место назначения — район городского развития Мидзухагава. Это сигнал бедствия. Надо выдвигаться. Я тоже пойду. Тебе ведь было сказано составить рапорт о происшествии, Наги. Но Юито же идет. Ханаби, пожалуйста, возьми на себя Ватару. И не могла бы ты помочь Наги написать его рапорт? А я отправлюсь в Мидзухагаву. Что? Юито, будь осторожнее. Если Араси просит о помощи, то дела совсем плохи.
Прикрой меня, я на тебя рассчитываю. Ага, типа, будь осторожнее, Юэта. Да, и прости за все, вроде Наги. Я серьезно, возвращайся в целости и сохранности, хорошо? А что это за тип тут такой? Что у него? О, задание. Один из новичков, которые поступили в этом году, пусть и удалось привлечь всеобщее внимание, не зазнавайся. Докажи, что ты достоин быть здесь. Если ты действительно подаешь большие надежды, это будет проще простого. Иди и достань мне кое-какие данные. Принесешь, и я тебя награжу. Ага. Принять это задание. Да. Ага, ты усердный. Постарайся как следует, там много иных. Начать задание, не зазнавайся. А как его начать? Хотите сделать это задание активным? Да. Так. Берите побочные задания, поговорив с людьми, нуждающимися в помощи. Так, а не зазнавайся нам куда, простить? Здесь оно или оно тоже в этом регионе? Не, интересно. Так. А как понять, что, где это задание делать? А у нас есть где-нибудь, может, в меню задание? Может, там что-нибудь есть? Так, у нас есть команда. Мы одни. Снаряжение. Кстати, а у нас какое-нибудь более крутое оружие пока нет. Внешность. Не люблю я все эти переобувания, да ну нафиг. Мне стандартно, кстати, вообще заходит. САС не подключен. История. Во. Стоп. История задания. Не зазнавайся. Доставить эко-данные Кикутибы. А. Место получения. Так, прогресс. А, у нас они есть, получается. То есть мы можем сдать сразу? Решил сказать, что не можешь это сделать? А. А куда их доставить-то, Вайс? Куда ты их собрался доставлять, скажи мне? Или типа надо сходить в Кикутибу и там добыть эти задания? Ладно, давайте я сохранюсь, чтобы если что мы могли с вами совершить эту ошибку. То есть я так понимаю, это сайт-квест, а как, вот, ну, не зазнавайся, не показывают нам. Ну попробуем в Кикутибу что делать. Средний уровень? Да. Ну типа если он хочет так и данные. Ух ты, а здесь, смотрите, какой-то цветоечек. Я так понимаю, это, ну, получается... О, нижний уровень, подземное сооружение. Прям сзади за нами было? Интересненько. О, а тут вообще... 10-й уровень. В задницу. В задницу. Нам здесь не рады, явно. Нам здесь явно не рады. Ну, просто интересно вообще, откуда эти задания? И как с ними в итоге работать-то? В этом городе много мелких магазинчиков. Я не специализированные магазины, которые больше нигде не найти. Я бы хотел заглянуть, если они открыты. А, да ладно. Во. Второй уровень как бы нам гораздо проще будет победить. Ну, вроде как базовая комбо ясла. Эх, данные Кикутибы С, а нам с вами какие нужны? А нам с вами какие нужны? Давайте посмотрим. Да. Ну, так почему у нас показано, что 2 из 2? Типа мы их уже с вами собрали? Или чё? Ага. Надо было сразу вот так делать. Ну, короче, комбо заключается в том, что мы сначала с вами кидаем всякую штуку. Эй. Так, дальше делаем вот так. Эй, да что ж такое-то? Раз, два, три. Теперь вот эта штука прилетает. Теперь удар опять. А, наверное, готова. Пока что проще пареной репы. Вопрос в том, что почему у нас эко-данные, это солдатик не принял. А? Ой, комбо я сам себе обломал, надо же. Да. Ладно. Расфигачили. Просто непонятненько, что мы здесь с вами. Просто опыт сейчас набьем и все. А тут... А, нет, я был прав, тут кто-то все-таки есть. Но, слушай, второй уровень нам что-то не помеха уже. Ать?
Экаданы Кикутибы С. То есть вот мы их по-любому достали. А теперь мы можем вернуться обратно же. На главную улицу. Да. Я просто так и не понял. Ой, мы как-то с вами стоим посреди улицы. Вообще как неприкаянные. А, придется чуть пробежаться. Стоять. Не на карту мира, а по правой стороне, да? А, вот здесь, кстати, был проход. Я вспомнил. Мы тогда, когда спасали людей, им воспользовались. А как понять, что у кого-то квесты? То есть, ну, кажется, неподалеку есть запас ресурсов. О, да, спасибо. Не обратил внимания на карту. Оп. О, улучшение силы МК-1. Приятно. А, ну так вот. О, а когда мы по дорожкам бежим, мы типа быстрее? Нет, просто показалось. А, так вот, оказывается, что у нас с вами эти данные были. Вопрос тогда, кому этот солдат их хочет, чтобы мы сдали? Потому что если у нас оно все присутствовало, чего за проблема с солдатом, который отказывался их принимать? Такое ощущение, что все так чуть быстрее. Но настолько мизерно, что даже не знаю, стоит ли оно всех этих кеканей. Так, солдатик. Ну, я тебе достал данные. Вай. Чё за фигня, вот скажите мне. Не зазнавайся. А, надо было нажать и передать. Обалдеть. Обалдеть, как это сделано удобненько-то, а? Ну что ж, видимо, мы с вами тогда выдвигаемся на помощь. Я больше никаких сет-квестов тут не вижу. Ну, прям, давайте поговорим с кем-нибудь, конечно. Вот чувак выглядит так, будто ему нужна помощь, да? А, ну это про последнюю метро, мы уже с ним говорили. То есть, ну, ладно, тогда в район Мидзухагава. Где он тут? Вот он. Настройка. Не люблю одному ходить. Как всегда, спокойнее, когда с тобой есть кто-то из отрядов, все-таки. Ой. Район Мидзухагава. Проект «Призрачная столица». Но пока музыка очень тихая и спокойная. Мне это не нравится. Юта, я отправил тебе координаты места, откуда исходит просьба о помощи. Подтверди. Аура, поражающая врага в уязвимую точку и побеждающая его за один удар. Уменьшите шкалу сокрушения врага, расположенную над шкалой здоровья, и нажмите L2 после появления особого значка, чтобы выполнить сокрушение мозга. Шкалу сокрушения можно быстро уменьшить с помощью атак с подшагиванием и последовательных атак объектами. Однако действовать нужно быстро, так как со временем враг восстановится. Кроме того, поверженных врагов с истощенной шкалой сокрушения можно победить лишь сокрушением мозга. Победа над врагами с помощью сокрушения мозга всегда приводит к выпадению предмета. О! Да ладно. То есть мы типа такие... Оп, ой. Типа вот так вот. Теперь подходом. Теперь вот так вот. И типа вот я... Опа. Я справился. Если целиться аккуратно, то будет проще выполнить задание. Ага. Ну, о. Я так понимаю, это продолжается у нас тут, или чего? Так. О, пускай дальше. Хорошо. Механика странная. Потом. А как там вообще? Пусть вымирание активировалось во время строительства. С неба свалилось много иных, и там стало очень опасно. Возобновлять строительство даже не планируют. Это забытый город-призрак. Так. Эй, не дать попасть. Мы справляемся более-менее. Такое нечасто встретишь. Мы с вами, смотрите-ка, более-менее. Сейчас я, конечно, боюсь сглазить, но все. О, атака подшагиванием, крутилка. Так, ну вот снова вот эта вот летающая штука, подшагивание. О, у нас с вами новый уровень, смотрите. А. Так, ну давайте тогда уровнем озаботимся. А, так, где мы? Карта мозга. Мы здесь. А вот сюда мы можем? О!
Ну, объем шкалы телекинеза, мне кажется, это всегда полезно. Оп. О, кайфулечки. Такс. Где враги, скажите мне? Я вижу какую-то там полезную штуку, я давно еще приметил. Но нас сейчас отсюда не выпустят, да? Ой. Ну, а подшагиванием достали, смотрите-ка. А если мы зажмем... А, зажать треугольник пока смысла нет у нас. Эй. Да, что-то я сегодня не в ударе. Во. Черт, как это клоун надо выходит, а? Так, приветливая ламия. А, почему нам писали, что их только подшагиванием можно привить? Кажется, враг уронил что-то редкое. А, кто-то еще? Ой, здрасте. О, он нашего уровня, кстати. Слабые места некоторых иных защищены твердыми оболочками. Но это мы, кстати, читали, да. Ой. Во. Мы ему панцирь сейчас пришлем. Эй. Блин, почему нам так с этими баранами тяжело живется, а? Угу. Ну, а, да, до идеального ворота, конечно, здесь далеко было, но все-таки. Стоять, стоять. Блин, и мы, понимаете, мы с подшага не можем на него напасть. О. А вот теперь подшаг, но каждый раз он, короче, нас задевает, у него какой-то хитбокс уродца просто. Я не знаю, как с ним сражаться, понимаете. О, видимо, вот так. Нападайте. Спасибо. Ну-ка. Ай! Я хотел сделать идеальный ворот, и что-то не очень сделал. Стоит. А теперь удар, удар, удар. И еще вот такой удар. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да что ж такое-то? Почему эта тварюга такая крепкая? Но, мне кажется, шмотку мы с него не получим. Но он, кстати, был нейтральный. А в теории я его сам согрел. Типа, сам виноват. Ну ладно, прибили. Так. Но теперь у нас вот здесь есть проход. Смотрите-ка, здесь есть и магазинчик, и сейфпоинт. Нормально они тут расположились, а? Вам не кажется? Чуть не вылетел. А, ну и нам проход вниз открылся. Может, нам сюда и надо было. Может, нам и надо было сюда. Но сначала я бы хотел вот это все собрать, потому что явно на это все могут быть квесты, как нам показали только что. А, возможно, легкого железа стоит нам докупить, потому что что-то тратятся они. Хорошо так тратятся, причем. Во, и эко-данные. Прекрасно. Но эко-данные мы уже поняли, что лучше брать и сдавать потом. А, так, магазинчик. Что у нас есть? Легкое желе. Давайте купим, ну, пяток. Ну, 5, да. Да, хочу. А, кстати, мы с вами новые слоты-то не открыли. Мы, кажется, открывали новые слоты, помните? Давайте посмотрим на это. У нас снаряжение. Не, не открыли. Усиление здоровья. А, довольно. Дополнение, немного снижающее вероятность получить статус масла. Ну, мне кажется, статус масла не проблема, а вот усиление здоровья это здорово. Так. А, сейчас, секунду, я сохранюсь, и мы пойдем с вами дальше вниз. А, сохраняльный чувак нас лечит, что ли? Я тогда, значит, зря желе упорол. Бывает. Ну, зато вот теперь мы знаем, что не стоит. О, что-то происходит. О, привет, новичок. Ты как раз вовремя. Как видишь, я тут кое-чем занята. Ты как, сможешь мне помочь? Конечно, к вашим услугам.
Ай, да не нужно всех этих формальностей. У нас редко обращают внимание на возраст и звание. Хорошо, буду рад помочь. Правильный ответ. Гемма, подключи Юита к САС. Слушаюсь. Солдат взвода Кёки Гемма Гаррисон. Араси, сможешь зайти с тыла с помощью сверхскорости? А доплата за вредность будет? Это тебе нужно обговорить с генерал-майором Фубуки. Хорошо, я помогу. Вы двое заходите спереди, а я прикрою тыл. Да что ты будешь делать? Как назло, это козел опять. С козлами у меня не очень. Проклятие, это вороны! Да, дизайн тварей очень оригинальный. Но за счет того, что он очень неестественный, он и пугает немножко. Выложусь на полную! Вот так! Что с этим дроном? Он только что выдал нас иным. Так бывает. Ну, ворон есть право использовать дроны для трансляции. Но я знаю, что ты чувствуешь. Так, ладно. Вы здесь поддержите мои слова, когда будем составлять рапорт, верно? Поддержим. Что? Ты серьезно? Араси, тебя ждет выговор. Ну, так договорились заранее, что будете отвечать и поддержите меня. Юта, ты же владеешь телекиназом, да? Сделай что-нибудь с их останками. А если появится еще ворон, можешь их уронить? Хорошо. И не говори потом, что я не предупреждал. Одолжив у союзника сверхскорость, вы двигаетесь настолько быстро, что мир вокруг вас кажется замедленным. Полезно при сражении с быстрыми противниками или когда вы хотите быстро их добить, дополнительные эффекты добавляются по мере укрепления вашей связи с Сараси. Ух ты. Да? Ну-ка. И где наша сверх... Такое ощущение, что сверхскорость ура... А! Черт. О, отлично. Раскол мозга. Фига себе, конечно, эта способность ничего себе. Так, а второй? Вот второй. А, черт, у нас закончилась сверхскорость? Нет, немножко зарядилась. На. Давайте, друзья, зафигачим его. О, чётенько. Так, да все, все, я понимаю. А здесь тоже? Одолжив у союзника склерокинез, вы укрепите тело, снижая эффективность вражеских атак. Время действия тем меньше, чем больше вас атакуют. Используйте его, когда не можете избежать вражеских атак. Дополнительные эффекты добавляются по мере укрепления вашей связи с геммой. Ничего себе. Ну-ка. Ух ты. Ага. Слушайте, а его мы прям расколбасили, смотрите. Какие мы молодцы. Это было лучше, чем прошлый босс. Все вроде. А, вот Марокко. Теперь мне вообще все лень. А что насчет уничтоженных дронов-воронов? Намеренное вмешательство в их работу противоречит воинскому уставу. Мы случайно приняли их за иных и уничтожили. Такие дела. Все ясно. Ясно. Это был несчастный случай. Хотя я даже не знаю, как быть. Слушай, не заморачивайся ты так. Ты неплохо себя проявил. Ладно, забудем об этом. Мы сделали то, что были должны. А теперь пора возвращаться в СО.
Да. Гема-са. Слушай, Гема. Нанда. Что? Твоя нога. Ты вроде бы хромаешь. Не ранен? А, ты прав. Хреново. Если мы сейчас наткнемся на иных, ничем хорошим это не кончится. Я в порядке. Раз ты хромаешь, наверное, тебе больно. Надо хотя бы оказать первую помощь. Нет, здесь опасно. Нужно уходить. Я как раз знаю подходящее место. В моей семье неподалеку отсюда есть защищенный модуль, который мы используем в качестве убежища, когда ездим в Сейрон. Там мы будем в безопасности и сможем о тебе позаботиться. Отлично. Показывай, куда идти. Есть. Высылаю координаты. Окей. Так, ты прав. Это действительно близко. Гемма, тебе надо будет продержаться, пока мы туда доберемся. Я в порядке. Перестань, я тебя знаю. Ты всегда делаешь вид, будто ничего не случилось, даже когда с ног валишься. Ух ты, как в Mass Effect, когда это в домике они тусили. Но правда здесь как-то это все по графике уступает почему-то. Обидно. Значит, это семейное убежище Сумираги? Да уж, намного лучше обычного. Думаешь? О, знаю. Надо рассказать о нем Сета и сделать его точкой базирования взвода Сета. Это словно небольшая тайная база. Идеально. А что такое точка базирования? Это что-то вроде центра эвакуации каждого отряда. Вопи их называют тайными базами. Они находятся отдельно от штаба и могут быть полезны в случае непредвиденных проблем, например, в таких ситуациях, как сегодня. Ну, это да. Дай-ка я взгляну на твою ногу, Гема. Вообще, конечно, чувак наш вроде как с батей не очень ладит, с братом Соу-Соу, и в итоге, если он еще и бункер семейный сделает точкой сбора своего отряда, я думаю, это ему в семье очков-то не добавит. Ты совсем не в порядке. Смотри, сколько крови. Хватит изображать из себя несгибаемого воина. Я не специально. Просто не чувствовал боли из-за адреналина. Ну да, конечно. Кстати, Юэта, я смотрю, ты неплохо разбираешься в оказании первой помощи. Впечатляет. В детстве у меня было много проблем со здоровьем, поэтому часто приходилось следить за ранами и травмами самому. Ясно. Думаю, твои родители были очень заняты. Да. Что мой отец, ты сама знаешь, а маму убили иные, когда мне было всего 5 лет. У нас дома была, конечно, горничная, но со временем я просто привык во всем полагаться на себя. Хорошо, что ты такой самостоятельный. Хотя не уверена, что из моих уст это звучит убедительно. Да. Тебе не помешало справляться с некоторыми вещами самостоятельно, чтобы генерал-майор Фубуки мог не переживать за тебя? Генерал-майор Фубуки? А как он связан с Арасси? Я думал, это все знают. Мы с Фубуки, брат и сестра. Что? Ты младшая сестра генерал-майора? Наоборот. Вопи редко, о ком можно судить по его внешности. Я старшая сестра Фубуки. Арасси есть потенциал. Она может даже с Этериона победить, если перестанет оценивать от работы. Это было грубо, Гема. Я просто не люблю зря тратить энергию. Может, отдохнем здесь? Даже если мы вернемся в Суо, что нас ждет? Бессмысленная бумажная работа и доставучие вороны. Всем привет! Разве ты не дочь главврача больницы Апи Титзё? Капитан Арасси Спринг? Ну, зовите меня Арасси. Пожалуйста, каждый раз у вас новичков на меня одна и та же реакция. Прости, рада встрече. Я Ханаби Итидзё. Больницей занимается мой дядя. Он глава нашей семьи, так что мне приходилось с ним близко общаться. Ясно. Ну, думаю, нам обоим не стоит особо обсуждать тему больницы фармацевтических фирм. Ханаби, ты принесла? Да, принесла и лекарства, и пайки. Неужели здешние припасы были настолко старыми? В изрядное счастье давно истек срок годности. Впрочем, отец уже давно не бывал в Сэроне, так что это понятно. О, не волнуйся, Гемма, лекарства и бинты, которые я использовал на тебе, не были просроченными.
Да, а что, кстати, какое зло может быть от просроченных бинтов? Благодарю за помощь. Похоже, вы друзья. Были знакомы еще до вступления в АПИ? Мы друзья детства. Неудивительно, что семьи Сидзё и Сюмераги знакомы. Раз уж ты пришла, что да, может, останешься, отдохнешь? Да. Похоже, главное здесь Араси. История Юэта. Фаза отдыха 1. На карту мира добавлена тайная база. Вернуться на тайную базу можно в любой момент. Возвращение на тайную базу полностью восстанавливает ОЗ. Вы не сможете вернуться, если ваше перемещение ограничено. Укрепляйте связь с союзниками, общаясь с ними на базе и делая им подарки. После каждой фазы вы отправляетесь на отдых до следующего задания. Отдых всегда начинается на тайной базе, и вы свободны в передвижении. К следующей фазе сюжета можно перейти, проверив стол в центре гостиной базы. Вы можете выбирать боевых и резервных участников, помимо главного персонажа. На экране группы в меню. САС вы можете выбрать способности всех участников. Если вы используете силу участника команды через САС, будет добавлен бонус к продолжительности и скорости восстановления шкалы САС. О-о-о. То есть мы типа здесь можем... Араси выглядит совсем не такой, как по телевидению. Она всегда ленится, когда не в кадре, так что многие называют ее ленивая Ара. Ленивая Ара. Это идеально ей подходит. Ладно, давайте, во-первых, в меню действительно зайдем в наш отряд. Это где? Команда. О, а мы... Я бы хотел их, кстати, поменять местами. Как нам это сделать? А, вот так вот. О, будем таким небольшим гаремчиком бегать. Ну, защита у нас будет, но в запасе. Кстати, уровни, к сожалению, у каждого свои. А что у нас с картой мозга? У нас нет очков мозга, к сожалению. Куда я хотел добраться? Вообще сюда. А, но сюда это такая история, типа... А, ну заряд, прикольно. А вот здесь? ТК атаки сильнее истощаются шкалу сокрушения врага. Атака плюс 5, но это можно, я так понимаю, трижды прокачать, судя по... Нет? Или это стоит 3 очка? А может, в поддержке? Одно дополнение дополнительное? Медленно восстанавливать здоровье вне боя. Мгновенно применить предметы. Ух ты. Позволит активировать до 2 САС одновременно. А изучение второго навыка с тех же названием до 4 САС. Фига себе. Увеличивает время, на которое враг выходит из строя после обнуления его шкалы сокрушения. Ну, короче, ладно. Это надо как-нибудь будет почитать ближе к теме. А пока давайте, наверное, на этом мы закончим. Говорят, ты расправился еще с одним сильным иным. Обалдеть. Жаль, что меня там не было. Правда, в этот раз бой не транслировался. Там что, не было ворон? Нет, много всего случилось. Ну так вот, предлагаю на этом с вами этот эпизод закончить, а продолжить уже в следующий раз. Посему спасибо Мише Лебедеву, Мише Фомино, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову да Хармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Роке, Бальбоу, Антону Цару, Глебу, Сахарову, Брату Манзо, Сержу, Атерадору, КДВ, 45 Рус и Дарье Кравчук за то, что продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что составляете мне в прохождении кампанию, ну, и мы с вами увидимся завтра. Пока на этом все, удачи, счастливо, пока-пока, до встречи.